стран Евросоюза в Эстонии самое небольшое население – около 1 300 000 человек. То есть каждый год Эстония принимает больше туристов, чем население самой страны. Ой, стойте, вы эстонка, стойте, вы нравитесь! Эстония – одна из самых зеленых стран Евросоюза. Около 52% страны занимают леса. В Эстонии нет промышленных производств, поэтому здесь чистый воздух и экологически чистые продукты. Эстония – наименее религиозная страна в мире. По исследованиям, только 16% респондентов заявили, что религия является важной частью их жизни. Эстония еще и страна замков. Они есть в каждом уезде. Эстония славится самой большой коллекцией народных песен. Их насчитывается в архивах более 133 000. Эстонцев называют самой поющей нацией. Эстония. В Эстонии более 1500 островов. Общественный транспорт в Таллине для местных жителей абсолютно бесплатный. Ой, извините, а для туристов? Не важно. Стойте!